Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 612. События дня. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Так, поступая в себя, спасешь и слушающих тебя. За 16 августа 2017 года. Андрей, США, Орегон. Добрый день, Игнатий Тихонович. Меня зовут Андрей. Я вам звонил сегодня утром. Коротко о себе. Я живу в США, мне 34 года. В четвертом поколении пятидесятник. Но последние 3-4 года я изучаю православие, слушал Осипа, ваши ролики на YouTube и читал второй том «Открытым оком». И в итоге я принял православие месяц тому назад у нас в Орегоне, в храме. Верю, что на правильном пути, но все же есть сомнения. Во-первых, у меня все родственники, пятидесятники, говорят с сожалением о мне и качая головой, что я заблудился. Во-вторых, у меня есть ряд не совсем разрешенных догматических вопросов, а самые особенные следующие. Присутствие мудр на иконах, ведь мудрый используется при медитации, как положение пальцев, через которое проходит энергия, поступаемая из космоса. Неужели святые медитируют? Какая разница между поклонением почтительным и божеским? Ведь существуют земные поклоны, совершаемые святым. И со стороны, если это поклонение почтительно таким образом, то куда уже больше этого, чтобы совершать божеское поклонение? И многие другие. Очень хотел бы поговорить с вами через скайп. С Богом, Андрей. Отвечаю. Что за мудр на иконах? Ничего не понятно. Поклонение почтительное Богу и людям, а божеское одному Богу. Храни вас Бог, все вопросы будут разрешены после. То есть по скайпу я не могу. Только после 10 октября, когда вернусь в город, если Бог благословит. Никаких больших вопросов тут и нету. Иконы, да и не гляди на них, иконы. Что там нарисовали? Считай, что написано в Библии святой. Вот это я исполняю. А там намалевать богомазы могут что угодно. Другой раз рисую совершенно, не знаю Писания. Я к настоятелю подошел, говорю, вот самарянка у колодца. И он сидит, Господь, и краник, вода течет. Ну какая вода, когда написано колодец глубокий, почерпнуть нечем. А у вас вода течет из крана. Ну, замазали. В другом месте, в Новосибирске, смотрю, Лазарь воскресший выходит из могилы и руки раскинул радостный. Ну, какие руки, когда написано «развяжите его», он связанный. Лицо закрытое. Ну, то есть совершенно не знают. Я говорю, что будете делать на сайте? Да что, ведро краски снова да замазать. Ну, а ты-то зачем был, смотрел? Так что иконы, что иконы, вот гравюры Гюстава Доре, это другое дело. Мы их взяли, раскрасили в Новом Завете нашего издания. Это вот немножко взял за события сегодняшнего, прошлого дня. Самое первое, с утра пораньше у нас уже события начались. Мы сразу распределяем. Кого куда, кто пойдет работать где. Я им посоветовал. Это Владимир Пащенко, Никита Колесников и Сергей Пупков. Остались трое, мужская сила. Вот, я говорю, вы все вместе работаете. Нужно дрова поколоть. Помочь Роману, малышу, в храме и у батюшки. Там береза свалила бурей. Для вас этого достаточно будет. Ну и решили мы поехать с Сергеем Пупковым через первый-второй мостик и туда, где за горизонт, там поставить знак Потеряевка, потому что уже позвонили, поехали. Но дорога-то там долго ее не было, она едва в траве видна. И промахнулись мимо и зашли где-то в тупик. Ну, взяли с собой заранее заготовленные табличка. Она вырезана была, каждая буква из жести.
там алюминий или не знаю что, из чего прибито. Ну, взяли трубу железную, угольник, то есть уголок. Ну, инструмент, все, две лопаты, толкушку. Взяли Колю Сергеева, Мариного сына, с собой. Ну и поехали, все это сделали. И уже в этот день по надписи уже приехали два человека к нам. Ехали мимо, видят, Потеряевка, новая надпись. Вот. А другие против, да не надо, да к нам люди поедут, да воровать будут. Ну, так, если то, мы вообще никуда не выйдем. Все, можно обкопать и сидеть. Мальчишки на мотоцикле. Это тоже я заснял. У Игоря неприятность, у Барабаша. В прошлом году у него хороший урожай гороха был, а он тяжелый горох-то, и выдавило стенку. То есть столбы подгнили, их вырвало просто, переломило, ну, гнилью где. И теперь, чтобы поставить, а дальше нужны пасынки и полупасынки, то есть железобетонные такие столбы, к которым прикручиваются скрутками проволоки. Вот, и надо искать. Я узнал, поехал и сказал, у меня тут что-то есть. Он приехал и правду тоже я заснял. Около тестомеса, где балерина. Здесь три еще, а два лежат у меня больших пасынка, запасные. Но вижу, что мало. Я изготовил, вырезал, спилил прутики, ну, такие, как в палец толщиной, вот, высотой 1,65 м, заострил, привязал флажки, пришил флажки, ну, из малой красной материи, и поехал искать между первым и вторым мостиком, где когда-то была телефонная линия, кто-то столбы поспиливал, а эти остались. Не раскручивал ничего их просто. Вот так. Можно было, конечно, тогда болгарок не было. Болгаркой поспиливать целиком. Он просто пилил. Но, во всяком случае, так. Пошел и нашел. Они в траве заросли, лежат или стоит там столбик маленький, совсем не видно. Я около них поставил вот эти с флажками прутики. Они заостренные, я их проворачивал, потом еще и привязал к арматуре. Ну и когда был, решил у второго мостика не проходить через дорогу, а прям по логу пройти. Камыш, пройду, не знаю. Надел резиновые сапоги дырявые и прошел. И шел, как раз размышления были, а густой камыш. То даже вот, соединяясь с высотой в рост человека, упади, и тебя кто там найдет? И даже весной тебя не найдут. Ну, думаю, наши бы нашли все-таки, поняли. Флажки стоят рядом, на той стороне нету, значит, где-то тут. Это я разговариваю уже сам с собой. Ну и дальше вышел, там хожу, так, с челночным методом. Туда-обратно, ну, примерно там 50 шагов туда, 50 обратно, вот так, в этом створе. А когда куда иду... Когда два столба были известны, телефонные, между ними я смотрю третий, далеко на горизонте, там какое-то дерево или столб, и к нему так и тяну, чтобы не уклониться далеко в сторону. Гляжу, на мотоцикле двое едут. Ну, они заинтересовались мной, повернули и стоят. Я долго шел против, дальше туда, пока не вышел на дорогу, ну и к ним подошел, и сразу стал снимать. Потом побеседовали, я их послал. Еще уже доехали до второго мостика, дальше нет. Езжайте в Потеряевку. И они тут были. Я запишу еще Сергея, как он их останавливал, спрашивал. А я им визитки дал, они визитки показали. Ну, бывает обманывают, но Сергей говорит, такую легенду не составишь. Ну, все сходится. Ну, они побыли, Женя и Дмитрий. Ну, школьники еще, видать. Но, главное, лица не похожи на городские. Ни лукавства, ничего, смотрят открытым. Все-таки хочешь разобратиться, поезжай в город. Лев Толстой. Вот с этим. Ведь и какой интересный день. Я один по степи мотаюсь. Туда-сюда, вперед продвигаюсь вот челноком. Это такую работу, не думая, может быть, в мире никто не делал, искать железобетонные пасынки в траве, ходить одному, а вокруг ковыльное поле,
Но это не придумаешь же, чем заниматься человеку-то. Другое еще можно как-то придумать, но не знаю, то есть, может, еще кто-то в мире был. Ну, у меня в жизни первый раз я такое делал, искать начал. Или, да кто искать будет брошенное-то? Купили там или... То есть очень-очень супер редкое, можно сказать, архиредкое занятие было у меня. А братья-то это кололи дрова и прочее. Когда мы шли, оттуда приехали, я говорю, дальше домой не вези нас, мы дойдем тут с Колей. Коля берет толкушку и лопату, а я лопату, топор. Там что еще у нас было? Бутылка воды. И пошли. А Коля шел нормально, а к нам к дому тропинка идет внутри уже за оградой, как заходишь с улицы-то. Ну и протоптали, и вода всегда стоит в ней, когда дождь. Ну я говорю, вы сделайте ее, чтобы она была выше. Валите ее с землей, сделать пока-то. Так и сделали. А он когда сзади шел и лопату втыкал в эту дорожку, такое, которое выпукло-то, оттуда лопату-то выдергивал, и она ломала вверх и прочее. Я, когда уже он ушел, я обернулся, ого, 6 или 7 раз он воткнул лопату. Теперь я его допрос устраиваю. Тебе нравилось, что с нами ездил? Нравилось. А дальше ты шел и втыкал лопату. Для чего? Не знает. Наказание. Дал ему тупую лопату, с этой лопатой дойти до храма, помолиться там, чтобы этой дури-то у тебя не было. И вернусь назад, и туда и обратно. Второй раз благословись у мамы и опять сходи. И он так с лопатой ходил. От нас до храма и обратно, потом от нас до храма и обратно. Видите, какое наказание физическое. Ну, уехали все, он один с этой лопатой, не торопясь, сходил. Но, а как ребенку запомнить? Он запомнил. Вот. И вечером уже, гляжу, Володя идет и кисточки черемухи. А где взял? Да у меня Нила Александровна Глушковой. Она попросила вроде батюшку, он ей спилил черемуху, старая черемуха. А там много-много на ней, прям много черемухи-то. Прихожу домой, а тут матушка принесла, наломала этих веток. И Коля выбирает, отрывает. И я тут приспособился. Да давай выбирать. Видите, как вместе. Все связано с природой. Я скорее на велосипед поехал к Неониле. Действительно, ну, кое-что достал там немножко. Ее не стал тревожить. Вчера мы вскрыли арбуз, который подложили позавчера на крыльцо Сергею. Кое-как узнали, кто. Если куплены, мы не будем есть его. Отдадим его кому-нибудь, свиньям. Вот, свиньям. А если кто положил, поблагодарить. Ну, Людмила Анатольевна Янчук, выше Петеримова. Разузнал Володя. Ну, тогда давайте вскрывать. Арбуз больше моей головы. Хороший сладкий арбуз. Как я его резал, всегда дают делить мне. Я срезаю верхнее, потом точу ее ложкой и чашкой. А остальные арбуз разбиваю на части. 6 частей, нас 6 осталось. Ну и все такое. Это, ну, мелочь уж совсем никакая. А кроме того, были жерди толстые, от каждой пилили. Ну, очень толстые, как по столбушке. Но я сказал, они где-то потребуются, где-то что-то на них подвешивать, березы. Поэтому надо собрать их вместе, уже ошкуренные, и занести в склад, и чтобы они медленно там сохли. Ну, сказал, и все. Вечером прихожу, уже все сделано. Володя уже все сделал. Занесет. Только скажу, и уже все сделано. Вот это приятно. И они нам нужны будут. Переместил там что-то где-то. И место и нашел в складе в нашем. А где, в каком складе он? Где? Да в твоем. Это у него все там, на его территории. Марина здесь вот, Сергеева, нам легко с ней приходим, а завтраки не думать. Все готово. Позавтракали, пообедали, поужинали. Готовит она. Котенок теперь дал ему есть, Сергей. Теперь он ест, кошка его не зализывает. Сделал он ящик с земли. А он под холодильник. А холодильник там тепло из-под низу. И туда нет убрать. Он шумит, и у него слух будет ослабленный. А кошка с ослабленным слухом, она мышей мало поймает. Ну, они как? Он под 2 холодильника, он под них лезет. Давай тащи там мешок. Подарили рубашки разные. Ими заткнем. И все заткнули, сделали
и все, и он туда попасть не может теперь, чтобы сохранить его. А моя-то кошка тут, хаски, которую трепала, она уже ноги не волочит, но каждый день таскаю ее и все надеюсь, может быть, полегшает. Ну, жалко. Просто жалко ее. Это вот один день. Один день всего только. Вот. Ну и показать еще наши ресурсы немножко можно. Да. Ресурсы-то ресурсами. Все цепляется. Вот мой мир. У него заходите, можно переписываться. Мой мир. Богатая система. Интересно, что больше ничего. Я переношу все сюда. С канала. А это вот ленточные. Сейчас часто не открывается, бывает. Форум. Вот он как выглядит, форум. 1600 тем разных. Ну, ничего я тут не добавляю. Готовый пользоваться, наблюдаю только. Все как есть, тихо. И вот наш видеоканал. Вот он. 7526 подписчиков. 7 217 325 просмотров. И вот поставил сегодня события дня 6. Экскурсия на шлюз 14. На второй мостик 30 просмотров за 54 минуты. Ну, что-то гнездо это не так заинтересовало. Вот. 19, кажется, утро на Голубятне номер 2. А вот уезжает Галендухин Егор II. 27. Меньшей самой популярностью пользуется чтение Златоуста. 2 человека. Плотниковы. Серафиме Гавриле, 91 год. Поздравления Путина Владимира и глав администрации. Собрание на улице, собаки-хаски. Ну вот, и показать еще православный библейский сайт в Осетии Библии. Вопросы здесь, вот 4124 разбиты на 55 тем. И вот надо, по какой-то я беру, скажем, внутренний мир человека, папка. И по одному вопросу вытаскиваю. Вопрос 2832. Слышал, что от вас ушел один в старостильную греческую церковь. Что она из себя представляет на сегодня? Ответ. Дело сие рассуждаемо может быть только по бумагам. Наши знакомые живут теперь в Греции и прислали материалы, послания, обозрения, что печатается у них. И далее я показываю. Но имею только данные о Кирике, митрополите ИПХ, Мессогейском и Лавреотийском. Родился в 50-м году, закончил богословские и философские факультеты в Афинах. Священно-проповедник, протосинкел, главный секретарь Священного Синода. Строит храмы, реставрирует исторические храмы в Афинах. Гостиницы для приезжавших. Приезжий Херонтонисан 24 июня, ну и так далее. Материалы там, страница какая, архиепископа Мадрида пишет. Годы с середины 90-х и начала века были омрачены серьезным кризисом церкви, связанным с попытками чуждых сил привести к катастрофе церковь ИПХ Греции через удар по ее апостольскому преемству исповедания веры. Ну и какая попытка была принята, раскол, вот все просчитайте, я просто буду продвигать. Три архиерея из пришедших вновь отпали. Ну вот так это. Дальше я отвечаю. Вывод однозначный, что ни один из сих упомянутых живых умерших епископов не шли за Христом, как заповедует нам Священное Писание.
В их словарном запасе не было слова о евангельской вере, а были мелочные поиски грехов в других, поиски чистенькой веры, где могли бы они спастись. Абсолютно невозможно определить, что они знают, что такое рождение свыше. Не говоря о том, что зримо и любому должно быть видно, что сами они не рожденные свыше, а по традиции, по привычке ходят в церковь. Их на рукополагали, и они возмечтали о самих себе, что они могут других определять как прокаженных, а себя сверхчистенькими, спасительными. Последователи найдутся у самой дикой и разнузданной ереси, и у любого сумасброда, пусть даже и не столь много. Тут же про малое стадо слова припомнят. А сойдись с ними где-то, где они будут без своих приверженцев, без одежды священнической, да с ними от скуки умрешь. Они же как засушенные плесневые сухари столетней давности. И, как правило, такие же их последователи, а может, и они сами страшно желчные и лживые. Легко увидеть их, общаясь с местными старообрядцами. Они тут же будут копать под тебя до 25-го колена, ища ереси. Им ересь нужна, как Дзержинскому контрреволюции. Это как новые сектанты-харизматы, которых пруд пруди нанесло, как из Авгиевых конюшен в Россию. Им показываешь на уже существующие здесь подобные секты, но они найдут в этих отщепенцах какую-то несхожесть с собою и уже себя объявляют новообразованием и малым стадом. Так же беснуются пятидесятники, так же извращают Писание, и новое образование появляется и кучкуется вокруг своих бритых вожаков-волков. Главари жируют с Хаббардом, изгаляются, как эти греческие, царствуя на темноте и невежестве своих глупых прихожан. А тут только бородатые и вцепились в календарь. Со смеху упасть можно, да было бы из чего спорить, а то календарь. Как будто по новому календарю звезды друг за друга начнут цепляться. Ни слова о Христе, ни слова о Библии. Ни слова о спасении по Слову Божию, ни слова о проповеди Евангелия. О календарях и ротесии спорят срам и горе. Казалось бы, есть за границей зарубежная русская церковь, так и будь тогда с нею, как бы не так. Они в ней наскребли и нашли массу погрешностей. И пишут так, что касается иерархии РПЦЗ, то напомним, что ее возглавлял на тот момент времени митрополит Анастасий Грибановский, один из участников того самого еретического всеправославного конгресса 1923 года, принявшего решение о введении папского календаря. Анастасий был даже членом комиссии, разрабатывавшей вопросы практического применения этого календаря в церковном обиходе. Хотя Анастасий покинул конгресс, когда на нем стали обсуждать вопрос брачного епископата и второбрачного духовенства, тем не менее подпись его стоит под теми деяниями конгресса, на которых обсуждался и решался вопрос о введении нового стиля. Таким образом, обращение к РПЦЗ со стороны Матфея было бы ошибкой, ибо РПСЗ изначально была вместе с новостильными церквами Константинополя, Греции, а ее основатель, митрополит Антоний Храповицкий, даже принял участие в избрании Хиротонии румынского новостильного патриарха. Анастасий не принял нового стиля. Зарубежная церковь весь чин богослужения ведет по старому стилю. Но на Кирика это уже не действует. Его заломило на подписи на участие Анастасия. Совершенное безумие и безрассудство обвинять того, кто был и не участвовал в том, что ты же и считаешь недобрым. Лука, 23 глава, 50-51 стихи. Выделяю специально, чтобы... Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвовавший в совете и в делах их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие. Не осуждается же Иосиф, так почему бы быть осужденным Анастасию? Бедный Анастасий, сколько свистопляски было на его памяти из-за его благодарности Адольфу Гитлеру за постройку храма, как будто митрополит Анастасий был за национал-фашизм. Обвиняли же его прожженные КГБшники в рясах. Цинизм и беспредел цинизма.
Пестрая вера греков смутила некогда Мордвина Никона и разделила Россию, и теперь потомки тех же староверы и греки глумятся над невежественными своими прихожанами, у которых отнято Евангелие на родном языке. Ну и дальше местописание привожу, можно прочитать. Иеремия 12:10. «Множество пастухов испортили мой виноградник, и стоптали ногами участок мой, любимый участок мой, сделали пустою степью. Кого на чем дьявол зациклил, ухватил, на том и тянет в ад. Да старообрядцы-то этих греков с их календарем на одно поле с собой не пустят. А они для них волки лютые и безобразные». А старосильные греки уж столь утешаются своим юлиановским календарем, умалчивая, что сей календарь дан языческим императорам. У греков тупое и кичливое чванство от невозрожденности. Они этим наградили Русь 1000 лет назад, принесли нам пещерное христианство, загнали первых поверовавших им в киевские пещеры. Истина одна, так почему же спорят, доказывают, злятся в треволнении, в запасе тяжкие меткие укоры, бьют доводом похлеще, чем поленом. Кто как воспитывался, впитывал с пеленок, то ревностно размазывал в дискуссиях не раз, но стоит Библию открыть и на поверку легок, зажатый текстами Писания без прикрас. Дорога горная бежит за перевалы, где благость тишина и оплащ будет забыт. Путь тот найти, не так уж это мало, когда славянию под завялом скрыт. Бог любит тишину, да будь им тише, хотя бы и гремели в благовестии. Безжалостно отбросить все излишки, не прятаться за твор и не сидеть на месте. И каждый в церкви, в секте и в расколе уперто тыщется в традиции и в корни. Свое долдонет выпить и в доколе не ощутит евангельской дороги торной. Ценители библейских переводов найдут, что русский перевод один из лучших. Он пренебесный, для спасения годен. Вам убедить об этом представляю случай. 4 академии духовных корпели, зная много языков. Синод вникал и признавали их годным. И слово чистое предстало без оков. Заговорила Библия, коснулась стольких душ. Раскрепостила ум, с премудростью сдружила. В пустыне знойной благодатный душ, и миллионы жаждущих ожили. Истина одна была и мне дана, в чудесном синодальном переводе. Нашла и подняла из глубины и со дна. Библия смиренных ко Христу приводит. 3 ноября 2005 года. Вот такое стихотворение у меня написалось. Это надо все сохранить. Ну, на этом сегодня все.